Знакомьтесь, это Ханс и Мария. И Мария, как все женщины, любит задавать вопросы. Где ты, милый? Как ты там оказался? Кто с тобой? Что ты делаешь? Куда ты положил свою кредитку? Почему ты не отвечаешь? Wo bist du, Liebling? Wie bist du dorthin geraten? Wer ist mit dir? Wohin hast du deine Kreditkarte gelegt? Was machst du? Warum antwortest du nicht? Wo, wer, wie, was, wohin, warum? Вопросы в грамматике не так страшны, как в жизни. Немецкие вопросительные предложения могут быть с вопросительными словами и без вопросительного слова. Was, wer, wohin, wo, wie, warum? Это вопросительные слова. Они и еще ряд других начинаются с wie, поэтому они называются wie Fragen. В вопросах на первом месте стоит вопросительное слово, на втором – сказуемое, на третьем – подлежащее, после – остальные члены предложения. То есть, was möchte Maria Hans fragen? Was? Что? Was möchtest du zum Geburtstag? Что ты хочешь на день рождения? Was ist das? Что это? Was ist in der Schachtel? Что внутри коробки? Wer? Кто? Wer sind die besten Freunde der Frauen? Кто лучшие друзья девушек? Wer schenkt sie ihnen? Кто им их дарит? Du hast fast recht. Ты почти прав. Wo? Где? Wo sind die besten Partys? Где лучшие тусовки? Wo sind die besten Freundinnen? Где лучшие подруги? Sie sind bei uns, im Club. У нас в клубе. Wie? Как? Wie kann man eine Frau verstehen? Как понять женщину? Wie kann man es möglich machen? Как сделать это возможным? Wie lange kann man das ertragen? Сколько можно это терпеть? Warum? Почему? Зачем? Warum haben wir das alles gemacht? Зачем мы все это сделали? Затем, чтобы ты запомнил, что на первом месте вопросительное слово. Например, was, wer, wo, wie, warum. На втором – сказуемое, а потом уже все остальное.